Всем привет, народ! Сегодня будем решать и изготавливать головоломку максимального уровня сложности 10 из 10. Головоломка называется лед. Вот так она выглядит. И задача заключается в том, чтобы все эти льдины различной формы разместились внутри игрового поля. Данная головоломка от дизайнера Юасака. А сегодня будем делать и решать эту головоломку. Но для начала ее сделаем из палочек от мороженого, а в конце решения данной головоломки вас обязательно удивит. Здесь супер нестандартное решение, так что перейдем к изготовлению данной головоломки. Thank you.
Все детали головоломки уже мы сделали. Можем приступать к решению. Нам необходимо расположить середины внутри игрового поля так, чтобы они поместились. Давайте попробуем сделать это. Старт, время пошло. Так, давайте для начала возьмем вот эту льдинку, потому что здесь есть прямой угол. Сразу поставим в угол и будем вокруг него все остальные строить. Вот эта деталь сюда подходит. Сюда нужно что-то поместить. Какая подойдет? Вот эта подойдет. Смотрим дальше. Сюда мы что можем поставить? Сюда вот это подойдет. Отлично. Вот это вроде подходит. Так, пока вроде неплохо стыкуется, но у нас получается уже, я вижу, такая ситуация, которую мы никак не сможем закрыть. Вот здесь у нас острый угол получается, который никак мы не закроем. Потому что вот так расположить никак деталь я не смогу. Соответственно, вот эту деталь нужно убрать. Посмотрим, что можем вместо нее поставить. Соответственно, возможно, вот эту можно оставить, а убрать вот эту деталь. Но нет, тоже ничего не встает уже. Значит, убираем вот эту деталь и пробуем другую деталь поставить. Вот эту, например. Нет, здесь у нас получается угол, который не сможем закрыть. Здесь у нас опять же получается острый уголок. То есть как бы не ставил детали вот так даже, например. Даже если я поставлю, не обращая внимания на вот эту часть, у нас здесь получается острый угол, который опять же никак не закроется. Получается, сюда мы уже ничего не поставим и не сможем. Давайте для того, чтобы было проще определять, вот это внешний радиус, вот это у нас будет внутренний радиус. Вот это внешний угол, а это у нас будет внутренний угол. Не так все просто. То есть я теперь понимаю, почему у данной головоломки настолько высокий уровень сложности. Он явно непрост.
Вот что у нас получилось. Соответственно, эту часть мы можем заполнить как-нибудь вот так. Идеально сюда подходит. Мне кажется, решение уже есть. Итак, готово. Итак, время. 8:51. Почти 9 минут. Головоломка очень оригинальна. Но самое главное, что нужно было понять, это то, что у нас внешних радиусов намного больше, чем внутренних радиусов. Соответственно, мы каждый внешний радиус не можем закрыть внутренним. Это было главное решение в данной головоломке. Супер нестандартное решение. Мне оно действительно понравилось. Именно такие головоломки с нестандартными решениями обычно наиболее интересны. Я бы на самом деле дал максимум 8 уровень сложности этой головоломки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудь подписаться на мой канал. Ссылка на мой инстаграм и на все остальные социальные сети в описании. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.